противоборство, борьба. То есть должно быть противоборство сторон. Реальное противоборство в карате невозможно. То есть, ну, действительно, art of killing. То есть, если это все будет по-настоящему происходить и реально, то это будут травмы, будут увечья, может, исходы летальные. Поэтому, чтобы как-то сохранить дух единоборства, вот этот азарт поединка, необходимо соревнование. А соревнование что такое? Это спорт. Спорт, он немыслим без правил, конечно. Там очень много правил, которые просто профанируют некоторые концепции карате. Но необходимо, чтобы сохранить именно воинский дух, дух именно противоборства. Это определенный тип самосовершенствования собственного тела и духа, потому что тело воспитывать в таких тяжелых изнурительных тренировках невозможно без укрепления собственного духа. Поэтому это как